У автомобильного путепровода, ведущего в первый микрорайон, водитель Ниссана Сима сбил пешехода. Головой мужчина проломил ветровое стекло и упал на асфальт. Пострадавший периодически приходил в себя, но говорить не мог. Пока врачи были еще в пути, руку на пульсе мужчины держали очевидцы аварии. Медики приняли решение о срочной госпитализации. Травма более чем серьезная. Скажите, пожалуйста, ну предварительно, что? Хабаровчанин, управлявший седаном, ехал на работу. Двигался из центра города в направлении улицы Краснореченской. По словам водителя, перед затяжным поворотом он сбросил скорость и еще не успел разогнаться. Водитель и пешеход видели друг друга. Пока автолюбитель пытался отвернуть в сторону, пешеход стоял как вкопанный. Еду вот так вот прямо. Он выбежал отсюда, я ему сигналил. Он вот ломанулся туда, бежит. Я экстренно начал тормозить, а он остановился. Наоборот, вместо того, чтобы бежать, он остановился, на меня так смотрит и вот так. О личности пострадавшего ничего не известно. Документов при нем не нашли. Только сотовый телефон. Свидетели рассказали, что от пешехода разило алкоголем. Шофер Ниссана за 8 лет, проведенных за рулем, в аварию попал впервые. Дорогу нарушитель пытался перебежать в неположенном месте. С места происшествия Ирина Орлова и Сергей Демьяненко.